добрый вечер. Ну, я думаю, что в такой праздник будет уместно спеть песни, собственно, о любви. Потому что я уже очень давно о любви не пел. Все в последнее время какие-то у меня темы совсем другие, поэтому можно будет вспомнить какое-то предыдущее мое творчество времен 12-15 годов и так далее. Первая песня называется «Твоя любовь». Они оказываются совсем о другом сейчас уже. Вот еще одна такая песня на любовную тематику. Называется «Мы с тобой похожей породы». И она как-то тоже вот, наверное, ну, по-другому сейчас я немножко воспринимаю, чем когда я написал. Похожи породы
мы с тобою похожи судьбы. Поколение мамы природы, размышление чьей-то борьбы увлекла оболочка нас в сроки и заставила быстро бежать. Мы не в силах сдержать слез потоки и не в силах объятия сдержать. Непременным условием роста почему-то является боль. Это только потом очень просто, а вначале сплетение неволь. Эх, неволи, эх, злые темницы, средоточие дикой тоски. Тем, как хорошему сбыться, часто рвется душа на куски. Но хорошее все же приходит даже под час. Мелодичную песню заводит задушевно и не напоказ. И стоим мы с тобою, обнявшись, друг для друга желая расти. Не страстям мимолетным поддавшись, а надеясь себя обрести. Толину привет. Это старый оскол квартирнику Александра Шубина. Ты что-нибудь расскажешь, как ты этот праздник вообще воспринимаешь, свое ощущение личное? Ну, если говорить о подвиге, если говорить о ощущениях, ну, конечно, можно, я думаю, рассуждать, если говорить о подвиге, то это, конечно, беспримерно. Это, конечно, я думаю, что сейчас это, наверное, неосуществимо даже в какой-то мере. И когда, допустим, что-то, какие-то биографические сведения о священном мучениках и вообще мучениках, значит, ты изучаешь, то кажется, что, в общем, то, что сейчас у нас какие-то происходят вещи, это вообще, собственно, мелочь какая-то. Вот. Но, а если говорить о такой эмоциональной стороне, скажем, да, о, может быть, таком женском восприятии этого праздника, ну, женское с моей стороны, да, потому что у меня, в принципе, много каких-то таких, сколько я учителем работаю, наверное, много таких качеств, которые скорее присущи, наверное, женскому полу, да? Вот. То такая, с эмоциональной стороны это, конечно, ну, я даже не знаю, как это сказать, выразить. Это, наверное,
Наверное, от веры идет надежда. А уже если все это присутствует, то появляется настоящая любовь. Наверное, так. Хотя они, наверное, взаимодополняют друг друга. Все эти... Я думаю, что тогда будет уместно такую песню спеть, которая называется «Разговор с учеником». Там, наверное, какие-то смыслы тоже есть. Переломив невежеству хребет, спокойно двери тай открою, и мудрость, подарив тебе свой свет, вдруг перестанет быть игрой. И мудрость, подарив тебе свой свет, вдруг перестанет быть игрой. Тебе откроются холмы наук, поля поэзии, мир снов, и ты увидеть сможешь каждый звук, и ты познаешь суть основ, и ты увидеть сможешь каждый звук, и ты познаешь суть основ. Освободится разум, скорбь уйдет, простор очистится от мглы, и чувство веры задубит, сотрет неправды острые углы, и чувство веры задубит, сотрет неправды острые углы. И можешь смерти ты тогда сказать: огнем костлявая гори. И можешь страх в музей пороков сдать, но разум не теряй, смотри. И можешь страх в музей пороков сдать, но разум не теряй, смотри. Бери, один ты изменить не сможешь свет, купаясь в замыслах благих. Переломи невежеству хребет и научи тому других. Переломи невежеству хребет и научи тому других. Да, вот тут пока пел песню, кстати, как раз возникла такая интересная параллель, что действительно в какой бы сфере жизни ни было, да, будь то с учениками работа, будь то какое-то дело, это действительно нужна, во-первых, любовь к делу, она рождает веру в то, что это дело получится, или там то, что этот ученик раскроется. Дальше надежда на то, что он раскроется, если у него вдруг что-то не получается. А вера в ученика, соответственно, рождает опять любовь. Уже, ну, как бы через надежду. То есть интересный такой круговорот получается. У меня еще есть времечко, да? Ну, на одну. Хорошо. Тогда... Тогда... Да, тогда спою одну песенку о преждевременности некоторых вещей. Называется она «Прости меня». Давно ее не пел. Прости меня за неумелый поворот, за неумелый... Сейчас еще. Прости меня за неумелый поворот. На сцене жизни я еще пока робею. Переходить не научился, реки вброд, и с неба звезды доставать я не умею. Но видит Бог, что я тебя как мог берег, порою трогательно, а порой натужно. Не досолив посередине наш пирог, мы по краям его пересолили дружно. Прости меня за то, что слез твоих пролил. Моря, наверное, а быть может, океаны, за то, что часто просто
не хватало сил. За злые форте после затяжных пиано. Но видит Бог, я не верял и не юлил. За что упреки часто слышать приходилось. Мне говорят друзья, ты просто не любил. А что же есть любовь? Мне это не открылось. Прости меня за то, что я не повзрослел. Ребенком суждено мне быть всю жизнь, наверное. Но я ни разу ни о чем не пожалел. Ведь мною много было сделано неверно. А что один грех за собой влечет другой, то аксиома абсолют и очевидно. Все видел Бог, лишь мы не видели с тобой. Что преждевременность греха есть разновидность. Друзья, Сергей Николаев подпел наш сегодняшний. Спасибо.